О романе Виторгана и Ненидзе заговорили несколько месяцев назад, когда пара вместе появилась на светском мероприятии. Долгое время влюбленные отрицали какие-либо отношения, уверяя любопытных в том, что это просто приятельское общение. Спустя некоторое время стало очевидно, Нино и Максим просто не хотят афишировать связь, ведь они оба только что перенесли разводы. Сейчас Виторган и его новые избранницы ведут себя более открыто и даже отправились в совместное путешествие. На отдыхе они не жалеют средств для приятного времяпрепровождения. Например, вчера пара отведала на ужин крабов и лобстеров. Об этом актер рассказал в микроблоге, а также поделился грустной новостью: после вкусной трапезы он потерял свой кошелек. Печальная история произошла по пути из ресторана до такси. Виторган признался, что в бумажнике была внушительная сумма, а также все кредитные карты. На странице в социальной сети артист обратился к местным жителям и отдыхающим курорта в надежде на возвращение утерянных денег. Дорогие подданные Республики Кипр, обладатели вида на жительство, туристы или нелегальные эмигранты. Если вдруг, то вы уж там зажгите, чтобы все не зря. Но если вам лишние деньги ни к лицу, ни ко двору, ни к чертям собачьим, то всегда можете вернуть заветный синенький кошелек мне, с иронией написал Максим. Подписчики Виторгана тут же стали делиться похожими историями из отпуска и уверять актера, что еще не все потеряно. Зайдите в полицию. Им относят. Если повезет, ой, что-то аж поплохело. Это неприятно очень. Надеемся, что вам вернут все. Я два раза теряла паспорт с пропуском в закрытый город. Теперь в нем бумага с номерами телефонов. Нашедшего прошу позвонить, поделились в комментариях поклонники артиста. Среди них оказался и отец Максима, Эммануил Виторган, который отметил, что ему очень понравилась публикация сына, но новость опечалила. Максюш, хорошо написал, но расстроил, признался народный артист России. Максим Виторган и Нино Ненидзе познакомили детей, к слову. Несмотря на неприятное событие, очевидно, что Максим Виторган не теряет чувства юмора, а также продолжает наслаждаться отдыхом в компании с любимой женщиной и детьми. На опубликованной фотографии рука Нино нежно держит голову актера, а текст под снимком наполнен иронией и позитивом.